Больше я не буду записывать никаких видео. Я уже все, смирился. Что вы не переходите на мой новый канал. Ну просто давайте вот так представим, что ваш любимый друг, допустим, создал YouTube канал и попросил вас подписаться на него. Но вы по каким-то причинам откладываете эту подписку. А ваш лучший друг старается и выкладывает на новом канале видео. Я сейчас вас ни к чему не притесняю и не призываю, и ни на что не намекаю, а просто, может быть, у вас будет время подумать об этой истории гипотетической. Кстати, на новом канале я выложил суперское видео из Черногории. О чем вот я сейчас подумал, пока шел? Сейчас у меня была попытка подойти к сербской девушке, она шла с двумя подружками. Ну, ситуация была простая. Я спросил, вы понимаете русский? Они сказали, нет. Я сказал, что у девушки красивое лицо. Они все заулыбались, засмеялись. И я сказал, что хочу взять ее номер. Она сказала, нет, спасибо. И они ушли. И вот в субботице это классическая история. Только один раз я смог познакомиться с девушкой, но там у нас не очень все сложилось. Так вот, наверное, больше 20 вариантов вот таких. И я шел, думал, может, я что-то не так говорю, может, надо как-то по-другому говорить. И начал вспоминать свои случаи, когда знакомство удавалось. И я просто понял, что вообще пофиг, что ты говоришь. Главное, это просто подойти к девушке, которая тебе понравилась. Потому что у меня были даже такие случаи. Я подошел там к женщине, наверное, лет не знаю сколько. Короче, она была меня старше. И от волнения я забыл слова все. Я поздоровался и стою молчу. Говорю, я хочу, и там что-то забыл слова. Познакомимся, я говорю, да. Пойдем, там, она говорит, погуляем, да. Ну, вот так вот. У меня был жесткий ступор. Она за меня просто угадывала, что я хочу сказать. Просто, мне кажется, есть некоторые города, где вы к месту, а есть некоторые города, где у вас будет очень плохо все получаться.